Ян, трудный бой, да, китаянка сразу сделала задел, да, ты пыталась достать, не получилось, что не пошло не так? Ну, выбрала неправильную тактику, не понимала вообще, что нужно делать, потому что соперница достаточно быстрая, вроде я вижу дистанцию, начинаю бить, промахиваюсь, чувствую, что попадаю, в итоге горит одна лампа, и как бы с этим ничего не поделаешь. После перерыва ты попросила проверить у соперницы на укол, да, и лампа не загорелась. Ну, вполне возможно, что, конечно, отцепилась раньше, но сейчас как бы поднимать бучку и говорить о том, что идите посмотрите, я там наносила или так далее, ну, смысл. Проиграла, надо уметь проигрывать. На Европе я не показала результат, на мире, собственно, тоже. Гордиться нечем. Ждем командное соревнование, ты готова? Надеюсь, конечно, что мы будем работать над этим, чтобы у нас была медаль. Как подготовилась? Ты в хорошей форме подошла? Вы на озере Круглом проходили сборы, да? Ну, тренировалась, как всегда, в полную силу. Видимо, где-то не в полную, раз так вот все вышло. Спасибо большое, удачи в командных соревнованиях.